С 15 августа все работы по замене и ремонту батарей и труб отопления в многоэтажках запрещаются. Тепловики начинают заполнять внутриквартальные и внутридомовые системы водой, чтобы посмотреть, где есть слабые места и устранить неисправности. В Бендерах началась проверка теплосетей. Горожан просят быть осторожнее. Идет заполнение водой внутридомовых систем отопления. Все лето тепловики вели ремонтные работы. Заменили 9,5 километров труб, обновили 26 котельных и столько же внутридомовых разводок. Теперь подают воду и под давлением проверяют систему на прочность. Заполнение систем и одновременно идет опрессовка. То есть мы должны убедиться, что система готова к приему тепла, нет утечек, и отопительный сезон пройдет благополучно. Такие работы проводятся традиционно перед началом отопительного сезона. Если будут выявлены порывы или утечки, это можно будет исправить до зимы, объясняют представители Теплоэнерго. С 15 августа все работы по замене и ремонту батарей и труб отопления в многоэтажках запрещаются. На каждый подъезд мы, значит, наклеиваем объявление с информацией о заполнении и о том, что необходимо сообщить диспетчерскую службу в случае, если у кого-то сняты отопительные приборы. В случае, если действительно сняты батареи, то немедленно звоните в нашу диспетчерскую, там указан телефон 60454, чтобы не привести к затоплению квартиры. На сегодняшний день системы 13% жилых зданий и соцобъектов уже заполнены водой. Пока жалоб и аварий нет. Окончание проверки внутридомовых систем отопления в Бендерах планируется завершить до начала октября. Лариса Тарабина, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.